В микрорайоне «Дружба» прошел еврейский фестиваль «Шалом Подмосковье». Организаторы мероприятия сумели всесторонне и разнообразно показать еврейские традиции, ремесла, кухню и спортивные игры. Гостей и участников ждала интересная и обширная программа. Выставки, лекции, спортивные соревнования, концертные выступления национальных творческих коллективов и разнообразные мастер-классы, в том числе и по вырезанию из бумаги. В еврейской традиции по сей день существует два направления основных. То есть есть религиозное направление вырезания, связанное с праздниками, с, вообще с традицией, и существует бытовое. Ну и помимо этого есть существует современное искусство вырезания, которое может быть совершенно любым. Фестиваль «Шалом Подмосковье» давно перерос из национального еврейского праздника в праздник дружбы. Главным организатором выступила региональная еврейская национально-культурная автономия Московской области. Фестиваль активно поддерживает Министерство информационных и социальных коммуникаций региона и администрация городского округа Мытищи.